Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале «Просто и вкусно» с Еленой. Сегодня готовлю нежнейшие фаршированные куриные голени. Мне понадобится всего 3 ингредиента. Присоединяйтесь! Аккуратно отделяем шкурку от мяса голени. Стараемся не порвать шкурочку. Теперь необходимо разрубить кость, аккуратно, не повредив шкурку. Я буду использовать нож и молоток. Аккуратненько выворачиваем шкурочку на лицо. Таким образом обрабатываем каждую голень. Теперь произвольно нарезаем одну большую луковицу. Также нарезаем 150 грамм сыра. Отделяем мясо от кости голени. У меня 1 килограмм голеней. Кость я не выбрасываю, буду варить бульон. Мяско нарезаем произвольно. Теперь необходимо мясо, лук и сыр перебить в блендере, либо пропустить через мясорубку. Форму для выпекания смазываю растительным маслом и фарширую наши голени. Фарш я не солила, так как сыр сам по себе достаточно соленый. Теперь накрываем фарш длинным кусочком шкурки и укладываем форму для выпекания швом вниз. По желанию голени можно смазать либо майонезом, либо сметаной. У меня майонез. Накрываю голени фольгой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Через 40 минут снимаю фольгу и отправляю в духовку еще на 15 минут, чтобы голени подрумянились. Нежнейшие фаршированные куриные голени готовы. Они получаются очень сочными, нежными и вкусными. Такое блюдо можно подавать как в будний день, так и к праздничному столу. Они вкусны и в холодном, и в горячем виде. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!